Доброе утро, Узбекистан! Доброе утро, друзья мои! Сегодня я со своими красавицами-подружками приехала в кафе и решила вам показать, как готовится чайханский плов. Покажу вам, как жарят джиз и многое другое. В путь, друзья мои! А сразу на кухню меня зовут. Идем на кухню. Сейчас будем новый плов готовить. Вы шеф-повар? Нет, я здесь отдыхаю. А у него? Смотри, что такое? Ширин. Просто корка, оболочка кислая. Хазар. Мы вообще похожи, как будто дети сбежали с пионерлагеря, да, и ходят по огородам. Черешню, вишню едят, сливу незрелую, яблоки зеленые. Вот просто прям вот так с дерева. Мандабик прям бойлок. Тут прям богатство, склад. Черешни. Красная. Смотри, огромная. Просто, я говорю, с мою голову. Посмотрите, какая большая. Или больше моей головы. Катта. Хазар, без сынным блян, джиз каздрама, склоп пошрам. Сто грамма? Сыз шеф-повар. Сынным кисимагаз? Мен Эльвира Буламан. Сыз буган мин ургата, сыз яхша джиз каларга. Сегодня вы меня научите готовить самый вкусный джиз. Джиз это у нас вкусно. Гушны тайорвата, сыз. Шынака, шынака кирагимас. Лахым кирак. Факат лахым, да? Да, нужно только вырезку. Взвешиваем. Вообще красиво, когда с мясом работает. Выбираем самое лучшее место. Нарезаем мясо вот на такие кусочки, сантиметра по 3-4. Ножи острые. Сызге канча яш? Нечанчи йога сыз? 91. 91? 31. Хелло, джанэм! Мы познакомились, когда сказал, я помощник. Мы вообще приехали сюда посидеть на Топчану. Здесь такое место хорошее, свежо, прохладно. И я решила снять для вас контент. Точно с Эдгардом берется, да? Правильно. Что делать надо? Папа помогает сыну, носит. Рахмат. Да. Вообще мясо красиво разделывают. Учак уже... Готово. Уже всегда готов, да? Да. Ага. У нас все готово. Да? Во. Классно получается у вас. Спасибо. Канча сабзкиля? 700 грамм. 700 грамм сабзи? Канча кило гошт? 3 кило ма? 2 кило. На 1 килограмм жареного мяса нужно 350 грамм лука. Да. Здесь все приправы. Соль, перец, зира, пира, нимабор, шунукшамас. Добавляем все приправы, которые есть. Бу ошкама? А, сразу на плов режем морковку. Кончай, кого не другу на мангале?
Да. Примерно. Сколько примерно минут? 30 километров. Повара нет, есть только я. Ну да, будет старший повар сегодня. Да. Так, смотрим, сколько... Это бархана нет, интересно, кого-то да. Сейчас вам покажу. 400... Я все нажала, тару все? Нажала. О, молодец. Кофе. Сейчас плакать начну. Безнең 700 грамм рис булана? 700 грамм. 700 грамм рис будет. 700 грамм морковка, да? Да. Ровно-ровно все. Все ровно. Один к одному. Мясо сколько грамм? Вон тоже. 700 грамм. 700 и 700 грамм мяса. Плов у нас будет делаться один к одному, как чаще всего это и делается. Чайханский плов называется это. И чайханский плов это один из жирных пловов. Это на курдюке, да? Да, да, да. Да. А, это на плов у нас жир. Бараний. Канча грамм? 300 грамм. 300 грамм. Да, ну вот это тоже. Взвесить 700 грамм риса. Да. Для плова. Да. Под чутким руководством помощника шеф-повара. Сейчас у нас готово. Лук готов. Морковка готова. Состоярма? Пойдем. Шеф-повара, как? И сейчас будем готовить чайханский плов. У нас жарится дымба первым делом. Обжариваем ее. В этом особенность чайханского плова, что первым делом дымба жарится. Дымба это по-русски курдюк, я уж по привычке говорю дымба, дымба. Ну, брахман, первым делом здесь. Мясо моментально покрывается корочкой. Один час нужно, чтобы наш джиз был готов. Джиз это жареное мясо с луком. Здесь у нас курдюк жарится. Да, мать. Я что ли? Ну, вы поможете же повара. А вы? Ну, я заготавливаю вам заготовку. Через 10 минут добавляем морковку. Путь, Эльвира, путь. А, подписываем, оформляем нового друга себе. Вы подписаны? На всякий случай. Сколько у вас? Я подписан уже? Сколько у вас подписан? Ну вот. Ну вот, говорит, он не знает, что я только что подписала. Ой, наш джиз. Аппетитно как. Это наш плов. И морковка. Соль, зира обязательно. Перемешиваем. Это же мой плов. Это если только морковки, столько много. Вообще много я плова заказала. Вот бракилава плов была, да? А, бракилава. Ханчо там где? Бракилава сакси чили. На 8 килограмм. Упс. Я гостей позвала. Да? О, сейчас положили сюда чеснок и гручку шанас. А, гручку шанас. Он мы то пошли. Вытаскиваем чеснок. Он у нас здесь был минут 20. И закладываем рис. Разравниваем рис. Анчамина там без рис пша. Мен мехмонларымды чакырам. Ярым сағаттан рис піша. Через 30 минут приготовится плов. Сейчас я позову своих гостей. Через 5 минут закрываем наш плов крышкой. Здесь у нас жарится мясо. Здесь у нас варится шурпа. Шурпа вам? Шурпа. Ага. Красота какая. У нас бухгалтер, что ли? Ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу. Бухгалтер мы здесь? А? Кабак-кабарам.
примерно полтора часа, как я нахожусь в этом кафе, ощущаю себя полноценным хозяином. Так, мое кафе, если что. Табака на курсатасна? Смотри, как в Узбекистане, ой, жарят цыплята табака. Ну, в общем, вот так вот готовят табака. Аж пасака. Плов тайорма. Плов наш готов. Ой, красота. Сучатка. Опа, вот и наш чайханский плов, друзья, готов. Как аппетитно. Плов шикарный. Перемешиваем. Буда тайорма? И джиз у нас готов. О! Джиз. Джизный нархас кача? 100 грамм 15 минут. 100 грамм 15 минут. 15 минут. 100 грамм джиза стоит почти полтора доллара. 100 грамм полтора доллара. Так, кушай, попробуй. Шикураман, будет тушен кимас, будет именно ман яхши куратырган джиз. Джиза мазаля. Джиза алды, плов приямас, шафарок приямас. Смотрите, какая красотища. Спасибо, спасибо. Наши гости в сборе. Идем пробовать наш вкусный плов. Смотри. Хорошее как место для отдыха. Да? Истакамат. Погода яхши, да? Ой, рахма, джанам. Вот, рассыпчатый курдюк, мясо, рис, зира. Ну, я же хураман. Что прям? Меня дома не зенда. Вкусный, шикарный плов у нас. Курдюк хрустящий, рис рассыпчатый. Зиры, казалось бы, много, но особо вкус не ощущается. Пробуем, друзья, джиз. Жареное мясо. Мягкое. Жареное. Но я люблю прям еще сильнее жареное. Я бы еще бы его пожарила. Прям до красноты. А так вкусно? У нас очень вкусный стол. Все, что мы приготовили, вы увидели. Плов шикарный. Мясо жареное. Овощи. Красавицы девочки. Плов. Природа, обстановка. Мы будем кушать и отдыхать. Буджай кишлак джайма? Да? Кстати, очень популярно стало в кишлаках делать вот такие вот копчены. И это место отдыха. Я садовлю. Она мясо, она... Да, она ману не так для... Когда брыхаль мясо? Бубит чайханский, она? Ичида. Ой. Бызда... У вас, говорит, мяса нету, ну и кушайте. Вон, смотрите, сколько мне мяса. Ёбаста, ичида. Кстати, вот эта оранжевая бутылка, можете со мной связаться, я вам сделала рекламу. Могла бы быть это не оранжевая бутылка с ободранной этикеткой, а шикарная реклама вкуснейшего напитка. Фанта, свяжись со мной. Дымбаи. Олинчи? Маным бар дымда. Дымба ширин. Очень вкусное место, жареный курдюк. Раньше бы я никогда бы не поверила, что это вкусно. Если честно, это просто потрясающе. А? Смотри, какие красивые девочки у моего свата. Смотри, какие красивые дочки у моего свата. Киленда нам не вралену ширин. Хаммасынка ширин. У моей невесты говорит, внуки, а какие сладкие. Рахмат, куда мы? Спасибо, Слад, за воспитание твоей дочери. Спасибо, что у тебя дочка такая. За внуков таких сладких.
спасибо. Это рахмат. Большое спасибо. А он урфасы бар айтарга керек? Йога битте айтасызмы? Хар күн күреп айтасызмы? Ачан айхар айти барам азбургерымда. Как вижу сваты, я всегда ему говорю спасибо за твою дочь, которая в доме Маруф ака невеста. Маруф ака сызга рахмат айта. А сыз рахмат айтасызмы? Хайтарып. А, я говорит же тоже им спасибо говорю. Хайтарып айтасыз. Катта рахмат мы? Катта рахмат. Ширин Булакова, да. Лана керек. Ох, вообще. И название Ширин Булак, если говорить в переводе на русский язык, это сладкий родник. Магазин говорим, мускаймо есть, мощный утрозама, на манганке тест. Знаете, что любит Маруф ака очень сильно? Дюмбе и мороженое. И мясо. Мороженое ему говорим, мускаймо. Всегда говорит, давай мороженое кушать. Мороженое харькун есть, мы? Ешь красно? Вот да. Пойдя оно полезно, я его люблю. Маруф ака мне говорит, мой дом всегда для тебя открыт, мои ворота открыты. А еще кайрам ачкай тасит, проходи, всегда приходи в мой дом. Амбалян сау бала кинси дыр. Рахмат, рахмат. Маруф ака, катта рахмат, сіз менің достым. Очень было вкусно, очень. Сізге рахмат, мы сіздің білян яхшы аш пішірдік. Яхшы болды, рахмат. Спасибо, сколько считаем? Так. Наш стол вы видели, все, что было на столе. А, хотите? Так, я поела на $25. Класс. Рахмат, спасибо вам большое, было очень дай вкусно. Дай Бог здоровья. Спасибо. Бездень, ласточка. Бездень, колдыргач. Наша ласточка. Ох, колдыргач. Видите, Ирина? Соболей, рахмат, приезжай еще, спасибо. Келин, утрин. Келин. Хозер, хозер. Ябин. А, вот так вот едет. Сын тут ван. Қанша адам біз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 адам. 10 человек в шоке. В ласточке қарлығач. Автопром, свяжитесь. Вот сейчас я уже настоятельно вам рекомендую это сделать. Пожалуйста. Тоже еще одна красавица. Вообще девочки как на подбор красавицы. Майлыс, я да керин. Хурсан болдаман курешки, а хурсан болдаман. Я да керин га. Маным красавица дуганам. Я хсет валила, я не керин. Просто мороженое имас. Пойдала. Просто будем кушать полезное мороженое. Нам мороженое несу. Мы как в кафе сидим, мы как в кафе, да? Да, да. Рахмат. Мороженое зур. Бу янги зур. Сіздің аппарат болмады? Янги аппарат болды. Янги олды, Тошкенде олды. Қанша күн? Тошкенде. Огенімізге? Бір ерім, бір ой көп робылды. Только, говорит, новый аппарат купил по изготовлению мороженого. Өздегіз мороженені яқтыртасық, да? Сам любит мороженое и взял аппарат купил. А қанша нарха? $5000. Аппарат нұқы, $5000. Яқсы да бұл. Мына орзорағын барып, бұны яқсы шығады мороженое. Аға. А бір морожененің мына нарқысы қанша? Ақын дегенмен, 5 милли бұл. 2 милли, 3 милли, 10 милли. Ой, можно и на 7 рублей положить мороженое, на 10 рублей. Кімнің қанша пулі бар? 2 милли, тепе қарап. Кому сколько надо, столько положим, на сколько денег есть. Қанша? 10 милли. Машинаны аламан? Аман, сен 40 сом. 40 сом. Машина. Ага. Ой, за 40 тысяч давай говорить. Нет, нет, 40, нет проблем. 40. Давай, давай, поехали. Что такое черная касса? Каждая суббота? Да. Так, 500 тысяч. Да. Каждая суббота. 11 человек. 5 миллионов собираем. Собираем. Да. 5 миллионов это $500. Пример, берем 11 таксистов. Вот вы 11 таксистов, да? Или 11 да. Друзей, знакомых. Каждую субботу собираются по $50 или по 500 тысяч сумм. Да.
каждую субботу. Да. Скидывают, вот, допустим, одному человеку, он собирает черную кассу. Да, 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 да. Наступила суббота. Очень, если я дала деньги, вы дали, сегодня ваша очередь. Вы себе забираете 500 долларов, 5 да, миллионов. Да, 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 5 миллионов. И пользуется ими, как хочет. На да, следующую да. субботу собирают деньги. Если пришла ко мне очередь, мне дают 5 миллионов, вот эти 500 долларов. И я их трачу, как хочу. И это вот постоянно, это как бы помощь. Если кому-то что-то купить надо, еще да, что-то. Да, да. да. Интересная вещь.